Гусь запеченный с яблоками, отбивные, оливье, десерты. Новогодний стол обещает быть разнообразным. Не попробовать кулинарные изыски, тем более если вы в гостях, нельзя. Но как сохранить фигуру и за праздники не набрать лишних килограммов? Ксения Бородкина попыталась раскрыть этот секрет. Банкеты, корпоративы, домашние застолья. Новый год – один из самых долгожданных праздников. Его принято отмечать за богатым столом. Старательные хозяйки делают столько блюд, что потом вся семья доедает еще несколько дней. Рестораны тоже готовятся к горячему сезону. За 11 дней новогодних выходных число посетителей вырастает в разы, а значит, меню должно учитывать вкусы самых разных гостей. Люди у нас любят покушать, выпить и закусить. Вот. И мне кажется, что чтобы вот не набрать какой-то вес, все равно на столе должно быть как можно больше разнообразных блюд. Вот, они должны быть красивые, потому что мы наедаемся еще не просто потребляя пищу, но еще и глазами видя то многообразие, которое представлено. Ну и, конечно, быть умеренным во всем. Но новогодние каникулы – опасное время для тех, кто склонен к быстрому набору веса. Много свободного времени, застолье, нарушенный режим дня. Так за праздники можно набрать не один лишний килограмм. Чтобы не допустить этого, есть нужно правильно. Во-первых, обязательно перед едой стакан жидкости, либо фрукты. Только после этого можно приступать к основным высококалорийным блюдам. Когда человек уже переел, чувствует, что живот вздутый, то есть тяжесть в животе возникла, можно пожевать пол чайной ложки тмина, укропа или фенхеля. То есть вот эти вот семена зонтичных, они обладают ветрогонным действием, мочегонным действием, и они убирают, препятствуют образованию вздутия, газообразования повышенного. Конфеты, торты, мучное, майонез. После 6 часов вечера все это обязательно отложится в жировое депо. Поэтому лучше есть овощи, рыбу и дичь. Они усваиваются легче. Не превращайте застолье в обжорство. После 30 минут за столом обязательно нужно устроить променад. Сходите на улицу, потанцуйте, поиграйте в игры. В общем, веселитесь по полной. Чтобы не переедать, за праздничным столом ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Все дело в том, что сигнал о насыщении до мозга доходит не сразу. И еще один секрет. Чем меньше тарелка, тем больше кажется порция. Поэтому вот с такой вы съедите гораздо меньше. И самое главное, без физической нагрузки лишние килограммы не уйдут. За 11 дней праздников обязательно найдите время сходить в фитнес-зал, либо просто покатайтесь на коньках. И тогда новогодние каникулы оставят только хорошие воспоминания, а не лишние килограммы. Ксения Бородкина, Евгений Агеев, новости ОТС.